Добрый день! В этом уроке я покажу, как связать вот такие вот пинеточки, но они будут не такие и не такие, они будут два в одном. Мысик будет у нас вот такой вот, а верх у нас будет вот такой вот с рисунком малинка. Верх мы сделаем вот такой рисунком малинка, а мысик мы сделаем вот такой вот. Я буду вязать из розовой шерсти, вернее, это полиакрил. Пряжа, как обычно, я вяжу пряжей Браво. Здесь в 50 граммах 133 метра. Такая же точно аналогичная белая пряжа. И на спицы мы набираем 28 петель. Провязали два ряда лицевыми. Вот у нас получилась одна дорожка. Теперь вяжем третий ряд. Одну снимаем. Одна лицевая, накид. 11 лицевых. Накид. 2 лицевые. Накид, 11 лицевых. Теперь в конце делаем накид. 1 лицевая и изнаночная. Как вязать подошву, я показывала здесь в отдельном видео. Хорошо видно, как она вяжется. Но кто не хочет искать, значит, будем вязать все вместе. Немножко подложу под камеру, чтобы это не было. Так, дальше мы вяжем ряд лицевыми петлями без прибавлений. И не забываем за накиды. Мы их провязываем перевернутой петлей, чтобы не было дырочек. И так вяжем до конца ряда. Далее мы одну снимаем. 2 лицевые, накид, 11 лицевых. Накид, 4 лицевые, накид, 11 лицевых. Накид, 2 лицевые и кромочная. Следующий ряд мы вяжем лицевыми. Так, провязали мы. Один ряд мы делаем накиды, второй ряд мы провязываем все петли. Теперь мы снимаем, провязываем 3 петли лицевые. Накид, 11 лицевых. Накид, 6 лицевых, накид, 11 лицевых, накид, 3 лицевые и кромочная. Следующий ряд мы вяжем полностью весь ряд лицевыми. Не забываем про накиды, которые провязываются, перекручены вот такой петелечкой.
Следующий ряд мы провязываем 4 лицевые накид, потом обратно мы вяжем полностью лицевыми, и еще раз мы вяжем 5 лицевых накид, 11 лицевых, 10 в середине накид, 11 и 5 лицевых в конце, и обратно мы вяжем лицевыми, и посчитайте, чтобы у вас на спице было 48 петель. Мы вот связали, у нас после всех добавок получилось 48 петель. Мы вернулись на ту сторону, где у нас вот этот вот ниточка от первоначального набора петель. И посчитаем наши ряды. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 дорожек. И теперь я возьму белую пряжу. И белой пряжей я свяжу вот этот вот мысик. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5 дорожечек. То есть 10 рядов мы вяжем просто лицевыми. Просто лицевыми вяжем мы в ту сторону. Если вы хотите, берите другой цвет нити. Если не хотите, значит, вяжите однотонной. Тоже будет красиво. Вот я провязала 5 дорожечек, 1, 2, 3, 4, 5, белую ниточку я уже оторвала, она мне не нужна будет, дальше я буду вязать розовым цветом. Ну, теперь мы будем делать вот этот вот мысик, вот эту вот резиночку. Так как у нас на спице 48 петель, для вязания резиночки мне нужно будет 22 петли, если от 48 отнять 22, у нас получается 26 петель. Эти 26 петель мы делим на две части. Вяжем мы сейчас 13 петель вместе с кромочной. Ой, розовенькую взять надо. Вяжем 13 петель. Кромочная первая, вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вот эти вот 13 петель мы провязали. Теперь мы вяжем резиночку. Первые изнаночные 4, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые и 4 изнаночные. У нас должно получиться 13 в конце. 3, 6, 9, 10, 12, 13 петель. И далее мы вяжем просто 13 лицевых. Далее мы вяжем по рисунку над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночными. И вяжем мы здесь вот 1, 2, 3, 4 дорожки. То есть 8 рядов мы вяжем по рисунку без всяких изменений. Сейчас я загляну, все ли я правильно рассказала. Вот у нас изнаночная сторона. Да, 4 ряда мы вяжем. 4 дорожки вяжем по рисунку. Так, теперь сравниваем, что у нас получилось с вами. Вот у меня что получилось. Это вот лицевая сторона. Здесь вот 3 дорожки. 3 лицевые идут дорожки. А это вот будет у нас изнаночная сторона. Я здесь ничего не прибавляла, не убавляла. Просто вязала прямым полотном. Добавки были только на подошве. Я добавила здесь, так, это у нас какая сторона? Это лицевая сторона. 1, 2, 3, 4 дорожки тут у меня я добавила. Теперь будем убавлять этот вот мысик. Для этого мы провязываем 13 петель
начальных до начала этой резиночки, до начала тех петель, которые мы вязали, 4 изнаночных. Вяжем 13 петелечек, вот мы довязали до них. А теперь мы вяжем 4 петли вместе изнаночной. Вот мы связали, с 4 у нас получилась 1. 2 лицевые мы так и вяжем. Опять мы вяжем 4 вместе изнаночных. Две петли лицевые. Опять 4 изнаночных. 2 лицевые и 4 изнаночных. Вот мы здесь сократили мысик. Вот у нас уже в кучку собирается. И далее мы вяжем опять 13 петель лицевых. Переворачиваем, вяжем опять 13 лицевых. Там, где мы вязали 4 вместе, мы вяжем 1 лицевую. А вот на этой стороне, где у нас 2 изнаночные, мы тоже вяжем 2 вместе изнаночной. Эту мы провязываем 1 лицевой. Эти 2 изнаночные мы провязываем 1 изнаночной. И так далее. Довязали. Сильно здесь не растягивайте, в кучку старайтесь собрать, чтобы не было дырочек тут. И далее вяжем 13 петель лицевых. Так, сейчас посчитаем, сколько у нас тут петелечек полностью на всей спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 33 петли. Почему-то у меня получилось нечетное. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 33. Да, 33 петли. Ну, как получилось, так получилось. Так, теперь мы 2 ряда провяжем просто лицевыми. Мы не будем ничего добавлять. Мы провязываем просто лицевыми. И потом, наверное, мы сделаем еще дырочки для шнурочка. Все-таки, я думаю, что пинеточек, он должен быть на шнурочке. Потому что с ножки спадает пинеточка. Есть такая моделька, которая не спадает, но я стараюсь обычно делать завязочками. Они как-то надежнее смотрятся, вернее, надежнее держатся на ножке, и смотрятся они тоже красиво. Можно их сбоку завязать, можно спереди, можно сзади, кто как хочет. И еще мы один свяжем ряд лицевыми. Потом мы сделаем завязочку, а потом будем вязать узор малинку. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут получается. Так, вот такая у нас получается конструкция. Вот если мы оденем на колодочку, вот так у нас получается вот так вот пинеточка. Я думаю, красиво. Так, теперь мы свяжем дырочки
Одну снимаем, две провяжем лицевая, накид, две вместе. Опять одна лицевая, накид, две вместе. Мы провяжем одну лицевую, накид, две вместе. И так до конца ряда. Лицевая, накид, две вместе. Две вместе. Лицевая, накид, две вместе. Накид, две вместе. Лицевая, накид, две вместе. Лицевая, накид, две вместе. И лицевая, накид, две вместе. Обратно мы провяжем просто лицевыми и посчитаем, сколько у нас петелечек. 1, 2, накиды вот так провязываем, чтобы дырочка была. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Также 33 петли у нас и осталось. Так, ну теперь, теперь будем вязать узор малинку. Первую снимаем, провязываем теперь 2 изнаночные, 1 лицевая. 2 изнаночные. Теперь мы из одной петли будем вязать 5. Вот, смотрите внимательно. Лицевая, не снимая со спицы накид, опять лицевая, не снимая со спицы накид, и опять лицевая. Теперь мы только сбрасываем. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5 петель. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. И опять из одной мы вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные. Лицевая. 2 изнаночные. Из одной вяжем 5. Показываю еще раз внимательно, медленно. 1, 2, 3, 4, 5. Потом только сбрасываем. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Опять вяжем из одной 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Из одной вяжем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот это у нас лишнее, мы провяжем ее просто одной, чтобы у нас был асимметричный рисунок. Далее мы вяжем петли, которые мы добавляли с накида, мы их вяжем все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 изнаночные, которые мы вязали в предыдущем ряду, у нас тоже будут они 2 лицевые. Далее 1 изнаночная, и здесь получается 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная, 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 изнаночная, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И так вяжем до конца ряда. 1 изнаночная, 9 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 1 изнаночная, и в конце 2 лицевые и кромочная. Теперь мы вяжем еще 5 рядов по рисунку. То есть, где были изнаночные, мы вяжем изнаночными. Где были лицевые, мы вяжем лицевыми. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Один, два, три, четыре, пять. Пять рядов мы вяжем еще. Вместе должно быть 6 рядов. Вот я провязала, вернулась уже на лицевую сторону. Вот что у меня получилось. Вот если мы немножко так вот сейчас кучку сбросим, петелечки, то уже видно, что вот у нас собираются вот эти вот пучочки. Но следующий ряд мы вяжем, теперь будем немножко по-другому вязать. Так, эти мы 2 изнаночные так и провязываем. Теперь там, где у нас идет вот дорожка лицевых, мы делаем их опять же с накидом. Не снимая со спицы, делаем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И потом только сбрасываем. 2 изнаночные. А вот эти, которые мы вязали с накидами, 5 штук, мы их провязываем одной лицевой. Собираем все 5 на одну спицу и провязываем их одной лицевой петелечкой. У нас из этой одной будет идти вот такая дорожка потом. Теперь 2 изнаночные. Вот у нас уже одна пупырышка готова. Одна малиночка. Теперь мы с этой вяжем опять 5, 3, 4, 5. Вяжем 2 изнаночные. Теперь мы из 5 вяжем 1. 4, 5. Мы вяжем 1 лицевую. Надо было тот ряд провязать немножко слабее, чтобы захватить хорошо. Провязали мы. Теперь 2 изнаночные. Теперь из одной мы вяжем 5. 2 изнаночные. И опять мы вяжем из 5 одну. Так, 2 изнаночные. Из одной 5. 2 изнаночные. Из 5 одну. Изнаночные, из одной 5, 2 изнаночные и из 5 1. Теперь мы продолжаем вязать так же, как мы вязали эти шишечки, то есть мы вяжем по рисунку 6 рядов. Вот у нас уже вырисовывается рисунок. Теперь мы вяжем просто по рисунку. Здесь мы идет у нас лицевая. О, нет, вру. Тут у нас идет изнаночная. Первая изнаночная. Теперь 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 изнаночная. 9 лицевых. Одна изнаночная. 9 лицевых. Итак, мы вяжем дальше 6 рядов. Ничего не меняя, все мы вяжем по рисунку. Над лицевыми мы вяжем лицевые. Над изнаночными мы вяжем изнаночные. Так, провязали мы вторые шишечки. Вот они уже. Теперь надо их собрать в кучку. Так, 2 изнаночные. 5 собираем в одну.
2 изнаночные. И заодно мы делаем опять же 5. 3, 4, 5. Последний раз мы сделаем 2 изнаночные. 5 мы провязываем вместе. 2 изнаночные. Из одной мы делаем 5, 2, 3, 4, 5, 2 изнаночные. Вот мы 3 ряда я тут тоже делала. Этого достаточно. Из одной мы опять делаем, ой, из 5 мы делаем 1, 2 изнаночные. Из одной делаем 5, 4, 5, 2 изнаночные. Ну, я думаю, что вы поняли этот рисунок. Он очень легкий. Просто в шахматном порядке вот делать вот эти вот шишечки. И все. Последний из одной мы делаем 5, 3, 4, 5. И теперь мы вяжем, я думаю, дальше смысла нет вам рассказывать. Дальше мы вяжем аналогичным способом. Ну, в конце вы можете сделать лицевыми, провязать 2-3 рядочка и закрыть петли. Потом мы выворачиваем на другую сторону, на изнаночную. Сшиваем вот здесь вот, продеваем шнурочек. Ну и сюда вы можете пришить какой-нибудь цветочек. Вот и весь принцип вязания таких пинеточек. Сами придумали, сами связали. Но я думаю, будет неплохо. Вот такие вот будут пинеточки у нас. Успехов, до свидания.